Друзья, всем привет! Сегодня будет тема, которую обычные блогеры бы вам не показали. Но мы покажем вам, потому что это важно и важно для вас в первую очередь. Мы свои выводы делаем всегда, а вам хотим показать, на чем основаны наши выводы. Поэтому у нас сегодня партия в забое, достаточно приличная, была. А почему была, мы сейчас вам расскажем. Хочу вам показать сразу, пока мы еще не дошли до птичника, вот такую картиночку, видите? Вот бочечка, в принципе, целая. Особо не будем мы углубляться в такие страшные кадры, потому как всегда, это будет нам не в плюс на просторах Ютуба. У нас падеж. Падеж, причем, достаточно серьезный. Давненько такого не было. О подробностях сейчас мы вам вкратце расскажем. Постараемся не очень сильно долго углубляться. А почему это важная тема, вы поймете, когда досмотрите этот ролик до конца. Сейчас мы попросим Александра Сергеевича как раз и продолжить эту тему. Мы разговариваем о том, что у нас падеж. Вот они на забой сидят. У нас не падеж. У нас падеж. Короче, это тот самый случай, когда мы всю прибыль нашу вынесли в бочку. И скормили котам, собакам и курам. Ребят, ну, слушайте, мы могли бы вам не рассказывать, да, и были бы какими-то там для вас, может быть, псевдоавторитетными птицеводами, но мы рассказываем так, как происходит на самом деле в нашем хозяйстве. Хейтеры, начинайте писать у нас там в комментариях или на других каналах, что они не могут выращивать птицу, не умеют, у них постоянно все дохнут. Получается так, ребят, получается, что с бройлером мы никак не можем найти общий язык. С индюками как-то более-менее получается, у нас падежа еще не было по индюкам, да. С несушками тоже все в порядке, вроде бы, не сглазит. Но вот с бройлерами чего-то, короче, мы не так делаем. Почему мы не так делаем? Потому что, ну, самое простое, что мы могли в этой ситуации сказать, это что говняное яйцо попалось, извините за выражение. Потому что поставщик был новый, другой, то есть это производитель не Маха, а Бест. Вот, но это не так. Давайте мы будем объективными, адекватными людьми. А людьми это не так. По какой причине? По той причине, что это же яйцо мы продаем нашим клиентам. Либо цыпленка. Но в этот вот заход цыплят у нас не покупали, поэтому говорим о яйце. Яйцо брали у нас еще как минимум 3 человека. Мы вышли с ними на связь, спросили, как партии, какие впечатления. У одного только человека был падеж от водянки, и то он как-то произошел в какой-то промежуток времени и закончился. И то он был, в принципе, ну, для бройлеров в допустимых пределах. 7% вот. Двое сказали, что очень довольны партией. У них вообще как бы все замечательно, все хорошо. Они довольны. Но у нас просто ужас какой-то. Вот мои записи, где они. Сразу скажи, ужас какой-то, это сколько процентов от партии? Ну, я вот вам покажу. Посмотрите, вот эти вот списки страшные. Записки сумасшедшего. Да, записки сумасшедшего, потому что Елена мне никак не сделает форму. Она у нее есть, надо распечатать форму по дням, чтобы я записывал все там падежи, грубо говоря, сколько я корму в мешках израсходовал. Не так, чтобы я в компьютер бегал, все это забивал. Что я в последнее время перестал делать, мне неудобно. Я вот так вот пишу на бумажках. Как только она сделает эту форму, у меня будет цивилизованная официальная бумага с печатью и подписью, где я буду все данные по партии вносить. Я не поняла, это сейчас наезд. Наезд был, да. Судя в глаза, я просто ищу, где совесть в глазах, она должна быть где-то. Подожди, давай. Отмерла вместе с бройлером, похоже. Точно, вот. Значит, вот, видите, это капец. Это вот, значит, падеж с момента пересадки из брудера. Это падеж с момента расселения. Вот в те клетки, как бы, здесь вот я делал, освобождал ярус для следующей партии. Вот она сидит. В общем, смотрите, я посчитал, из 145 штук мы потеряли 53 особи, ребята. Это, по-моему, я считал 36%. Прикольно. Это фиаско, братан. Угу. Вот. Короче говоря... Ладно, не первый раз, господи, что. Ну, не первый раз. Был один такой же похожий случай на Маркорме, вы помните, у нас был случай. Ну, там, тогда... по-моему, по Лайтове был вариант, нет? Тогда было бы жесть тоже. Ну, смотрите, значит, еще раз, чтобы все понимали,
Корм Богданович нам понравился. Дело не в корме, скорее всего, потому что если корм был плохой, на нем птица бы не росла, а птица растет. Вот, смотрите, и поносила бы. Смотрите, какие крупненькие. Сегодня 40? 45 дней. Нет. Мы даже не будем, как рекомендовано, роса выращивать до 50 дней, уберем 45 дней, чтобы было как бы... Кого убирать. Нагляднее, да, и чтобы было кого убирать. Сейчас я скажу по поводу экспериментальных партий. Там все не так печально, как в основной группе. Ну, давайте я сразу скажу, в принципе. Смотрите, значит, экспериментальная наша группа Богданович, 25 штук. Мы потеряли 5, 4 из них сдохло, одного я сам убрал. Смотрите, значит, вот, первый из Богдановича ушел у нас СВС было, потом Водянка в 43 дня. Посмотрите возраст, 41, 43. А, это, подожди, это я не ту показал. Вот изначально начался у нас падеж, вот две Водянки, 32, 36 дней. 41, 43 дня. И вот нажопник появился в 40 дней, я его убрал сам. Итого у нас из 25 20 штук осталось на Богдановиче. Веса мы сейчас уже по итогу забоя покажем в виде тушек уже вам. Сейчас нет смысла, не вижу смысла их взвешивать в живом весе, да, ну кому это интересно. Визуально, может, просто. Визуально посмотреть. Они довольно-таки вот крупные. Че это? Ой, обосранный какой, кто тебя обосрал? Сосед кто? Ну вот такие, они довольно-таки это упитанные, видно. Вот. А по пурине, смотрите, картина какая. А, так, сейчас кто у нас первее? Вот этот первее. В 33 дня у нас СВС случился. Вот. Причем при мне он случился. Все стандартно. Птица падает на спину, начинает бить крыльями, ногами, в общем, все. И умирает в течение минуты-двух. И в каком я не записал возрасте, но вот недавно буквально, где-то 42, наверное, дня, Водянка, еще один был, он был мелкий, его видно было давно, наверное, дней с 35, что у него Водянка. Ну вот он дотянул до 42 дней и потом скончался. Вот пурина, посмотрите. По размеру сложно сказать, тоже ничего, такие они крупненькие, но я говорю, мы взвесим их уже в тушках и сравним. Значит, смотрите, что... Какая ситуация натолкнула меня на определенные мысли. Как раз вот то, что я экспериментальную партию выращивал в брудерах, в Диминах. Падеж вот такой, по сравнению с основной группой, которая росла у меня в моем брудере, он гораздо меньше, да, понимаете? Там у нас, ну, здесь вот, грубо говоря, 25. Сколько? 20%, 25. Да? 25. Нет, ну... Пятая часть. Ну, нажопник, если 20. Не считать, то 20%, да? Здесь 10%. Да? Да, вот. А в основной группе это вот падеж основной, это 30, больше 30%. Вот. То есть, что? У меня какие мысли? У меня мысли, что у меня может быть проблема в брудере. То есть, что я имею в виду? Это может быть какой-то неоптимальный тепловой режим. Да, может, я их перегреваю, может быть, не догреваю. Может быть. С циркуляцией воздуха я сейчас вот на этой партии крышку вообще не закрываю. Потом, что я, скорее всего, думаю, возможно, перенаселение. Перенаселение, может быть, как-то они кучкуются, травмируют себя, либо им не хватает воздуха, пространства, вот это все. В общем, вот такие у меня мысли. Поэтому эту партию, которую мы тоже будем растить на Богдановиче, я что сделал? Я отсадил часть... Вот там им сделал такой псевдобрудер уже с 7 дней, с 7. Оставив здесь небольшое количество, здесь сколько у меня, наверное, 50 с чем-то. Может быть, 70 штук. Вот, сейчас вот, сегодня мы, надеюсь, уберем еще и верхний ярус, и я их пересажу сразу уже туда, рассажу их по клеткам максимально быстро. Им еще, сколько им? Им 14 дней еще нет. Вот, то есть я сейчас создам максимально... низкую плотность посадки на квадратный метр для них и посмотрю, может быть, в этом причина. Параллельно с этим мы будем пробовать что? Мы будем пробовать, значит, я уже пробую эту птицу, всю пою из-под фильтра домашнего, то есть там прошла через колонну умягчения вода, прошла через трешку гейзер, там арагон, два угля с серебром, короче, вот. Осталось только обратный осмос, но, чтобы вы понимали, обратный осмос очень низкую производительность имеет, она, вода золотая у вас получится. Там минерализатор надо ставить, если по-хорошему все. В общем, короче, мне проще тогда привезти воду откуда-то с родника, попробовать на следующей партии, если это не поможет. А кто тебе сказал, что в роднике вода лучше? Тоже, да, ты права, вот. И еще мы будем, значит, пробовать. То есть вот этих вот я пересажу сюда,
продолжу поить водой из-под фильтра, потому что у меня там есть возможность налить удобно там, да. Вот, а эту группу я, значит, уже они начали пить простую воду нашу из колодца, но я буду добавлять туда йод. Нам написал Игорь Рассказов, опытный птицевод, что избавился от водянки добавлением йода, там 3-5 капель на 3 литра воды, он писал, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. Попробуем его метод. Все, с закислением пока, с подкислением мы закончим. Причем подкислению мы нашли лекцию одного товарища, который сказал, что вот то, что вы здесь делаете... Нифига себе, товарищ, а? А что? Вообще-то это доктор ветеринарных наук. Простите, венгерский. Простите, извините, пожалуйста. Товарищ. Засранца. Да. Товарищ, это под забором кто лежит у тебя? Мы нашли лекцию ветеринара венгерского. Венгерского, аж представляете? Вот. Который сказал, что подкисление работает только в корме, и подкислители специальные, не вот эта вся вот ерунда, лимонка, да, и молочная. Я правильно сказал, да? Да, да. Но мы эту тему еще будем изучать, может быть, поговорим попозже. Вот, это эти мероприятия, да, мы проводим. То есть, какие у меня возникли подозрения? Вода, мой брудер, плотность посадки, я предполагаю, что здесь нарушил я. Потому что они у меня сидели, мне некуда было пересаживать, у нас наложилась одна партия на другую, и у меня здесь сидело очень много птицы, до 20 дней. Вот я думаю, что 5 дней где-то я упустил, и, возможно, что-то, в общем, у них сформировалось из органов неправильных каких-то. Но мы как думаем? Мы думаем, что, может быть, они друг друга травмируют, может быть, они может быть. Отбивают что-то себе, или да. Не вовремя подходят к воде или питью, да. Из-за плотности вот, посадки. Да, вот что-то такое. Мы пока хотя бы вот причину должны выяснить, потом же досконально будем разбираться. И третья причина, которую я подозреваю, это инкубация. Смотрите, я начал анализировать, вспоминать, значит, эту партию я как инкубировал. В общем, я решил всех перехитрить и яйцо не охлаждал, не проветривал, да, там, на второй стадии инкубации, как это положено делать. Я изменил программу в инкубаторе, у меня увеличил интенсивность продувки и посчитал, что попробую вот проинкубировать партию вот так, вот. Может быть, это последствия вот таких действий. Если кто-то с этим сталкивался, да, более опытные инкубаторостроительные или инкубаторщики, скажите, что возможно ли такая ошибка, мной допущенная, нести вот эти последствия уже в возрасте предзабойном. Мы каждый день, вот из ярусов не экспериментальных, ну, выносим по 2-3 птицы. Это уже нормальная процедура у нас ежедневная. Так что вот, ребят, рассказал я вам, как все обстоит. По поводу того, что мы просто выкинули деньги, да, на этой партии. Ну как, она окупит, наверное, корма, скорее всего. Вот оставшиеся птицы, сколько их тут осталось-то? 90 штук их осталось из 145. Они окупят корма. Отопление, кстати, отопление я засек. У нас... Значит, 8000 киловатт было. Сейчас покажи. Вот, сейчас 8585. Ну, 600 будем считать, потому что они еще у нас здесь ночь точно проведут, оставшиеся, но не все. И 600 можно будет... А завтра будет... некоторых вытащишь еще с утра. И 600 можно будет учитывать точно киловатт мы потратили на эту партию. В общем, что у нас там останется по деньгам, мы, в принципе, сразу вложим, наверное, следующую партию в корм. Вот. И все, и привет. Но у нас мы... еще есть на следующую партию, Богдан. И мы без прибыли. Так что это вот предостережение переезжающим, начинающим бизнес. Поймите, что если у вас нет заначки какой-то и какого-то там задела, да, денежного, то вот такая партия, она может просто вас вернуть в город за один... Ну, две партии, и все, и вы останетесь в деревне без денег, и будете возвращаться обратно. Ну, это я такой расклад самый пессимистичный, как бы, вам обрисовываю. Но такое возможно, имейте в виду. Но у вас есть мы вам покажем, что такое бывает, и постараемся разобраться, почему такое бывает. Так что оставайтесь с нами. Хейтеры, продолжайте писать, что мы не умеем выращивать птицу. Но для всех адекватных людей поймите, что наш опыт, он бесценен для вас в том числе. Мы вам показываем, какие проблемы возникают,
в ходе занятия вот этим вот увлекательным мероприятием по выращиванию бройлера, когда уже я прихожу к ней и говорю: Лен, походу все, блин, ну это просто работа ради работы, понимаете? Люди, которые думают, что птица по 300 рублей это дорого, это недорого. Есть миллион вариантов заниматься, ну, работать, как сказать... Работа попроще. Гораздо вот. Более выгодные. Да, гораздо условия. Более выгодные. И когда вы все посчитаете, корма, отопление, там, свои трудозатраты даже не считая, вы поймете, что ну, это слезы на самом деле. Вот. Но мы не теряем надежды сделать из этого мероприятия, ну, так скажем, не сильно прибыльный, но прибыльный бизнес, чтобы хватало хотя бы там на какие-то такие повседневные нужды, на жизнь и так далее. Но, естественно, в параллели с другой птицей, потому что на одном бройлере ну, далеко не уедешь. Вот одна такая партия и все. Если бы у нас не было до нее индюков, то мы бы сели на попу ровно. И никаких дальше там закупок там каких-то материалов для строительства и так далее и тому подобное. Все. Мы начинаем забой и уже показываем вам результат, что у нас получилось по весам. Ну, пасаран, мы все равно добьемся правды. От себя добавлю два слова. Первое. Почему инкубация? Во время инкубации, в инкубационный период, формируются, вы сами понимаете, все органы. В том числе и на последней стадии инкубации, в том числе очень важно, чтобы цыпленок да, не был задохликом, как один из вариантов, но чтобы он доразвился в плане кислорода голодания, короче, это не хорошо. То есть инкубатор надо проветривать, и чтобы был достаточно хороший и полноценный объем воздуха, причем это все уже просчитано, сколько нужно каждому яйцу воздухообмена для того, чтобы они вылупились здоровенькими. Если мы вдруг этот принцип нарушили, то планомерно можно предположить, что и мы нарушили правильное развитие легочной системы, да, легких. А от легких помните что? Как раз нарушение одно из, которое приводит к водянке, это нарушение в легочной системе, в легких, да. Вот так. Так что водосолевой баланс у нас неспроста, может быть, слетел, а в частности из-за того, что инкубация была такое нарушение при последней стадии инкубации. Но при этом цыплята из партий... Балерун. Цыплята из партий экспериментальных, которые показывают меньший процент по падежу, они же тоже инкубировались там же, понимаете? Инкубация прошла везде одинаково, но при этом на пурине у нас, сколько получается, меньше 10% из 25 две штуки, понимаете? И экспериментальная партия Богданович это все-таки 20%, да? А не 36%. Вот так вот. Возможно, что это случайное совпадение по выбору конкретных особей, да? Что вот просто так получилось, рука легла, что называется, и на пурину отобрали птицу, менее пострадавшую от непроветривания инкубатора. Например, ну это снова же, знаете, это гадание на кофейной гуще. Пока попробуем отсечением постепенным разных возможных причин найти истину. И не пишите, пожалуйста, что дело только в инкубационном яйце. Этот случай как никогда доказывает, что это не так. Яйцо одно было из одной коробки, понимаете? Из одной коробки. Помимо нашего еще в трех разных хозяйствах. И нигде нет такой проблемы. Вот так. И везде разные условия, разные корма. Одни кормят маркормом, другие кормят пуриной. Третьи, я даже не знаю, чем их кормят. Но это точно не Богданович, как вы понимаете, потому что Богданович есть у нас только, похоже, в этом регионе. Вот. Но не похоже, а точно. Этот корм не специфичен для продажи на каждом углу здесь. Поэтому вот так. Посмотрим. У всех разная вода. У всех разные условия брудера, да? У всех разное количество, в том числе цыплят. Но у нас самое маленькое количество, вот в одном из хозяйств, это 60 цыплят. Вы понимаете, да, что ну 6-то там должно было сдохнуть. А вот нет. Вот так. Ну все, смотрите видео дальше. Итак, друзья, я распотрошила вот это пока количество кур. И хочу обратить ваше внимание на вот что. Смотрите.
Два у нас петушка были, остальные все курочки. Вот такое вот бывает, представляете, чисто случайно в группе. Я еще не доделала, конечно же, Богданович, да, не всю птицу нашей экспериментальной группы я разделала, распотрошила точнее. Когда доделаю уже, допишу этот список полностью, вот посмотрим, сколько у нас петушков, сколько курочек. Пока курочки лидируют, причем в разы, да. Вот такую статистику проводим. Понятное дело, что при потрошении я могу идеально отличить, однозначно отличить петухов от кур, поэтому вот так сейчас их подмечаю. Видите, они все, значит, переписаны, ну, подписаны уже, к продаже готовы, и плюс ко всему я ставлю буковку «Ж» или буковку «М», в смысле того, чтобы потом в случае, если я вдруг заблужусь в этих списках, я смогу найти свою ошибку. Это на всякий случай пометка для меня. Вот так вот делаем. И также мы сделаем с пурины, и уже я вам покажу конечные таблицы. Каждую перевешивать не буду, пожалею ваше время и свое тоже. Еще забыла сказать вам про внутренние органы. Вот посмотрите. Не выбросил ни одной печени еще, ничего. Все очень хорошо, все нормально. За всю партию пока сказать не могу, но я не вижу никаких проблем. Видите? Может быть, цветопередача не очень идеальная, но это совершенно беспроблемная печень. Видите, все хорошо. Не знаю я, что с этой птицей не так, если с ней что-то не так вообще. Ну, будем думать. Птичку Богданович я доделала экспериментальной группы. Есть вот такие вот очень крупные особи. Вот такие. Но есть вот такая вот. Да, понятно, что у нее водянка, это явно. И я не хочу ее разделывать, потому что мы не будем ее использовать. Соответственно, я сделаю в данной таблице минус одна. Мы не будем ее учитывать, потому что, ну, нет смысла, согласитесь, это вот. Это только можно курам сварить или котам отдать. И есть вот такая маленькая, у нее нет никаких внутренних дефектов, но она малышка. Курочка-малышка. Сами знаете, в партиях во всех есть такие. Не знаю, как будем ее учитывать, но посмотрим. Пока я просто запишу. А вот это вот сразу видите, что она не пойдет на пищу людям, так скажем. Итак, вот сделана курочка Богданович. В общем-то, веса достаточно неплохие. Ну, нормальные веса для 45 дней. Есть, конечно, очень крупные. 3,30. Вот. Есть 2,950. Ну, есть и обычные, самая маленькая. 1,885 кг. Вот такие веса получились. Мы с вами и того посчитаем потом. 18 кур и 1 воробей. Вот он, да, 1,205 кг. И 1 водяночная курица, которую я уже ликвидировала. Так, ну, в общем, все. Едем дальше. Эта курочка поедет к нашим клиентам. А мы с вами продолжаем смотреть это видео. И дальше пурина. Так, часть птицы пурина. Смотрите, хотела что показать. Две птички уже упаковала в пакеты. Собираюсь все остальное упаковать. И вот грудь где есть. Нету. Нету груди, можно сказать. Нет. Нет. Ну, так себе еще куда ни шло. С какой стороны посмотреть, а так и нету тоже. Обратите внимание, вот, наверное, единственное. И вот вторая, у которой более-менее еще как-то сформирована грудь. Все остальные, опять же, без груди птица. Я же даже не говорю о том, что она будет весить меньше. Это визуально видно. Она без груди, понимаете? Опять в очередной раз очередная партия. Группа пурина у нас сделана. Вот, они лежат, 23 штуки. Все переписала, все прокрыжила 7 раз. Все, эта птичка тоже идет в продажу. В принципе, нареканий по ней нет. Внутренние органы все хорошие, все отлично, без проблем, что называется. Вот здесь. Видите, все отлично, все хорошо. Нет никаких ненужных нам штук, цветов печени и разновидностей разных патогенных образований внутри. Короче, все отлично и... Это радует, потому что если бы падеж был из-за какого-то заболевания, будь то вирусного или бактериального, на внутренних органах большая их часть все-таки сказывается, и это было бы видно. Здесь в данном случае мы имеем хорошие все внутренние органы, без проблем и сложностей. И в этой группе вот я не обнаружила при потрошении водянку на начальной стадии или какой-то любой другой. Здесь все обошлось без водянки. Но снова же посмотрите на тушки. Они явно абсолютно меньше. И совершенно другой формы грудь. Вам видно? То есть камера еще улучшает ситуацию. Немножечко линзой такой показывает, вам снимает всегда. Ну, видите, да? Что даже при весе, допустим, вот 2,210, тушка не имеет очень сильной такой выраженной яркой груди, как
на другом корме, но как на Богдановиче. Ну, в общем-то, и веса вам тоже об этом скажут. Это черновичок у меня. Вот. Рабочий документик, так скажем. Я все это приведу в божеский вид. И все мы с вами проанализируем. Где тут самки, где самцы, сколько кто весил. И удивительная история. Да, у Богдановича мальчишек вообще мало. И на Пурине, в принципе, мальчиков меньше девочек. Вот прямо эта партия женского рода, так скажем. Все, тогда эти курочки упаковываю и едут в продажу. Дальше мы с вами посмотрим уже по цифрам, что у нас как получается. 47 дней убираем основную группу, которые росли на Богдановиче. Ну, те, что остались, те, что выжили. Так вот, разница 2 дня, я их сейчас таскаю в конуса. Но они здоровые, ребят, прям здоровые, грудь у них большая. В общем, выросли на Богдановиче, нам нравится результат. К сожалению, должны констатировать, ну как есть говорим, на Пурине уже вторая партия, очень маленькая грудь. Ну вообще они отстают, конечно, от Богдановича. Это и внешне заметно, я думаю, что будет заметно при анализе тушек, их веса. Так что вот хоть и падеж был у нас гигантский в этой партии, но вот те, что выросли, те, что остались, они большие, крупные. Ну, веса, я надеюсь, Лена покажет в тушках вот именно 47-дневных бройлеров. Смотрите, пока не убрала в пакеты, какая форма груди у этих кур. Это куры на Богдановиче. Видите, есть тоже не особо крупные, как бы, ну, вот такие вот, да? Но грудь у них явная, покатая, круглая. Это прям визуально, мне кажется, очень заметно. Да, есть вот такие вообще крупники. А есть вот не очень крупная курочка. Я думаю, 2200 где-то, 2300 может быть. Посмотрите, какая у нее грудь. И вот еще есть непотрошенные еще. Да? Вот такого размера. В пакетах просто будет не видно, поэтому сейчас показываю. Итак, друзья, вот при потрошении партии я нашла такие дефекты кур. Это первое, что мне бросилось в глаза, это бурса. Бурса у кур, которые выросли на Богдановиче в экспериментальной партии. Я нашла там 4 курицы, у которых бурса неестественного малинового цвета и очень крупная для их возраста. И мне очень не понравилась она. Причину я вам сказать не могу, потому что бурса – это лимфоидный орган, кровотворящий. И в его, так скажем, поражении или его неправильное какое-то развитие, неправильная работа, неправильный цвет может характеризоваться многими заболеваниями. И что конкретно, это может сказать, наверное, только лаборатория, потому что нужны еще признаки. Там анализы крови и всего остального, пассивы всякие. Да, само собой, я сделать это не могу. Птица при этом была забита естественным образом, это не был никакой падеж. И вот второй момент, который я хочу вам показать, это печень, тоже на Богдановиче. Вы видите очаги некроза. Наверное, видите. Да, вам видно? Мелкая, вот эта вот мелкая сыпь. Это тоже говорит о каком-то токсикологическом отравлении птицы. Что-то с токсинами это связано. Печень у нас фильтрующий орган, и такие вот некротические образования, они, в принципе, вот на данной стадии для птицы не смертельны, но это неприятная штука, и ее нужно, по идее, рассматривать более подробно. Но так как это бройлеры, так как содержание у нас клеточное, мы, в принципе, не сильно переживаем, потому что это единичный вот в данном случае такой случай. Это может быть особенность непосредственно организма конкретной птицы, которая вот в таком формате выказала свое недоразвитое состояние. Вот. Но вот так вот. Есть вот такая печень. Смотрим дальше. Ну что сказать. В общем, куры отличные, мне очень нравятся. Не знаю, что с ними случилось за 2 дня, но они, мне кажется, значительно покрупнели. С 45 по 47 день. Самую маленькую и самую большую положила вот. 2250 – это самая маленькая из вот этих кур, из всех, что я пока сделала. И 300 и 3 килограмма большая. Вот и представьте себе, да? Вот такие куры. И веса такие 2400, 2800. 2600, 2290, вот еще одна следующая по размеру после этой. И 2500, 2340, понимаете, да? И ни одной мелкой пока у меня вот так не было. Вот так выглядит гидроперикардит. Вот еще в одной птичке я нашла. Это, видите, да? Мешок полный эксудата, прозрачной жидкости вот такой.
Видите, да? Вот я даже его разрывать не стала, получилось у меня вытащить сердце, не разорвав его, и вот сразу видно. Вот это гидроперикардит, одна из вариантов водянки, то есть типа водянки сердца, вот так я ее называю. Это не официальное название, так как бы. Когда сердечная сумка наполнена эксудатом. Вот, смотрите. Так, знаю, что спросите про вилку. Я учусь ею только работать. И когда научусь, и если научусь, я вам все покажу, расскажу. Вот. Нельзя свое мнение говорить, не попробовав эту штуку 200 раз. Вот 200 как попробую, так и расскажу вам все. И у меня волшебные новые ножи, о которых я вам обязательно расскажу, не нарадуюсь. А еще у меня напальчник. И хочу вам сказать, что это тема. Если вы палец порезали при забое, да, при потрошении или еще чем-то, его будет разъедать до тех пор, пока не разъест наглухо насквозь. Очень хорошо держится, удобно, а еще он защищает острый ноготь. Если вы не хотите его обрезать, когда мы вытаскиваем зоб, эта штука очень хорошо помогает. Он проскакивает, проскальзывает лучше, чем обычный палец. Как бы правой рукой я держу его, придерживаю этот зоб, вытаскиваю потом. А левая у меня прямо быстро ходит ходуном. Вот вам на вооружение берите. Копеечное дело на Алиэкспресс. Так, быстренько следующая группа у нас пошла. 2750, наверное, в этой группе будет максимальный, а минимальный 2150. Вот такие у нас получаются с вами веса пока. Итак, вот, в общем, завершающая партия. Вот еще веса, ну, тоже достаточно хорошие. 2400, 2500, вот такие встречаются тушки. Есть самая маленькая, по-моему, вот это 1915 грамм. И все остальные больше 2 килограмм. И достаточное количество значительно больше, чем 2 килограмма. Вот. В общем, по весовым показателям эта курица, конечно же, хороша, что ни говори. Ну, а о проблемах наших в этой партии вы уже знаете. А, внутренние органы, да. Внутренние органы ровные, красивые, хорошие, однотонные. Нет у меня к ним никаких особых претензий. Кроме вот встретилась одна печень, да, я вам ее показывала. В принципе, больше... Ну, проблем, в общем, особых нету. Ну и перикардит. И у двух птиц я увидела водянку в начальной стадии. Это только начинал собираться эксудат возле печени. В общем, они тоже годны в пищу, но они у меня отложены. Отложены вот там. Но на самом деле они и меньше по размеру. Вот. В общем, это куры, которые дефектные. Они остаются, в общем-то, нам. Ну и есть птица, которая совсем непотребная. То есть это вот это птица для кур. Даже показывать вам ее не буду. После ощупа это... Ну, очевидно, да, причина. Как бы... И есть куры, которые сомнительного содержания. Их тоже, они не продажные. В общем, мы с ними, я буду позже разбираться. А вот это у нас галашейка. Итак, друзья, ну и как всегда, в общем-то, я сама сведу все для вас в таблице, для того, чтобы это было более наглядно и не на моих маленьких черновичках. Когда я смотрю чужие видео с расчетами, я всегда беру ручку и листочек бумажки и начинаю складывать те цифры, которые человек озвучивает. И каково мое разочарование, когда в итоге я получаю не то, что получил автор, по его же словам. Поэтому мы с вами так делать не будем, и мы вместе с вами наглядно все это дело посмотрим сейчас. Петухи и куры у меня разделены, и волею судеб, случая или как хотите, петухов Богдановича вышло 5, а в Пурине 9 штук. Поэтому получается, если мы с вами бы не учитывали разницу пополам в птице, то результат был бы не такой корректный, как при учете этих двух небольших мелочей. Вот. Смотрим, значит, по Богдановичу петуху у нас 2421 килограмм, и по Пурине петухам это 2027 килограмм. В петухах Богданович у нас на 19% лидирует. Следующий момент — куры. Кур у нас оказалось равное количество, как ни странно, да? И получилось, что курица на Богдановиче 2 килограмма 171 грамм, а на Пурине килограмм 905 грамм. Здесь в данном случае превышение весов Богдановича на 14%. Если мы с вами сложим показания по курам и по петухам, мы получим, что в среднем партия Богданович
смешанная превзошла партию на пурине смешанную на 17%. Это понятно, да? То есть неважно, какое количество петухов мы с вами берем в расчет, важно, что среднеарифметический вес у них один и тот же будет. Следующий момент. Хочу заострить здесь ваше внимание, что партии у нас достаточно маленькие, чтобы делать абсолютно четкую и правильную 100% аналогию, мы с вами сможем увидеть только тенденцию. Тенденция в 17% превышения партии, это говорит очень характерно, так скажем, об этих кормах. И я хочу вам сказать, что если бы это различие было 5%, то преимущественное значение имело бы разделение пополам птицы для оценки. Потому что при маленьких партиях стоило быть наоборот, не считать отдельно петухов, отдельно кур, а сосчитать среднеарифметическое у всей птицы в этих даже двух небольших партиях, и мы с вами получим 15% расхождения, а не 17%, как получили при разделении партии кур. И поэтому, смотрите, даже на не такой большой партии в этой ситуации мы с вами откусили бы у результатов Богдановича 2%. Если бы разница была в 5%, а не в 17%, как у нас получилось, то вполне возможно, что мы бы сделали с вами вообще неверный вывод о Богдановиче и о пурине в этом эксперименте. Поэтому, ребят, это важно, оказывается, петухов и кур разделять, когда мы с вами оцениваем партию. Не столь важно, если различие больше 10%, но достаточно важно, когда мы берем с вами партии маленькие, то есть не по 100, не по 200, не по 1000 голов. Это очень влияет, понимаете, сколько петухов в партии. Если мы возьмем с вами по 10 петухов, по 10 кур, на Богдановиче и на пурине, я могу выборочно здесь выбрать тех петухов и тех кур, что выиграет у нас с вами пурина данный эксперимент. Понимаете, да, о чем я говорю? Мы возьмем всех петухов, а у Богдановича возьмем всех кур. И вот вам уже есть вопросы, так скажем, к результату. Но все, на этом мы с вами прощаемся. И, как всегда, здоровья вам и вашей птице. Я надеюсь, что вам было с нами интересно. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Оставляйте комментарии и всего наилучшего!